Телеканал КРТ представляє. Які саме люди зараз йдуть до театрів? Ми ж розуміємо, що раніше були там університети, які там підготували раніше людей лучше актери до цього. Були. Смотрите, раніше, звісно, були такі актери, як Бондарчук, Руфіна Ніфонтова, Поліщук, Тихонов. Ну, боже, я їх... Панкран Чорний, ну я дуже можу багато назвати таких просто блестящих актерів, які дійсно гризли граніт науки не тільки актерського мастерства, але й літературу. А у нас зараз що в школах? Навіть убирають, у наших дітей обкрадують, убирають зарубіжну літературу, руську, а на русской, на русской Станиславском весь мир учится и актерству. А у нас убирают. А у нас все убирают, да. И раньше были актеры грамотные. Они действительно несли в каждой роли какую-то палитру такую. Радуга была. И в их ролях ты и плакал, и смеялся, и восторгался, и хотел быть. И вообще было время хорошее. Пусть называют меня совком, кем угодно. Советский Союз, там жило добро, там жила любовь. Да, были какие-то перегибы, но надо же брать лучшее из того времени. Известно. Отстроили космос, победили нацизм, строили всем бесплатные квартиры, пустили в космос людей. Теперь, смотрите, кораблестроение уничтожили, самолетов нет, зараз ничего нет. Живем в багаже прошлого, хаем и радуемся, бегая с дубинками. Скоро мы будем, как обезьяны, сидеть на деревьях. А сейчас, смотрите, возвращаясь к вашему вопросу. Идут в основном красотки или те, кто ничего не смыслил, плохо учился в математике, физике, которые не умеют открывать те же игры, слаб в компьютере, модели, манекенщицы, красотки. Или те, кто понимает, что на актерстве они очень много заработают, потому что актеру очень нужно должно повести, чтобы сниматься в кино или в театре, чтобы получать большие деньги. Поэтому... Чи можливо отримувати великі гроші, граючи в театрі? Я ж розумію, для це этого ж таки там... Вот поэтому... 10 тисяч доларів там не заробиш, нет. Я так розумію. Да даже в кино. Это нужно быть очень большой величиной, чтобы в кино у нас получать. Понимаете, актеры зарабатывают Новый год, когда елки-елки, палки-палки. Даже министр Нищук и даже Быструшкин тоже когда-то, помните, в управлении культуры, все на елках играли. Все играли. Потому что там хоть как-то... Але практика показывает, что грати на шоу «Масовці» це можна довести до прем'єр-міністра. Да, да, да. У мене навіть многі актери йдуть в шоу, в «Масовку», да, дійсно, там можуть отримати більше. Мне трудно содержать театр, потому что он частный, оплатить. У нас сейчас тепло, работают кондиционеры, люди раздеваются, в вещах сидят, канализации, вода, чтобы было чисто. Вы понимаете, у меня действительно чисто, хорошо. Это все стоит денежных затрат. И, естественно, мне приходится много где-то и так зарабатывать, платить везде налоги. Я честно плачу налоги, потому что я не хочу платить налоги на войну. И мне стыдно, что до сих пор у нас у всех людей берут налог на войну. Это неправильно. Я против войны, я за мир. Так вот, актеры сегодня слабые, пусть на меня обижаются. Потому что они думают, что это обвертка конфеты. Вот такая красивая, я вышел, я сыграл. Нет, актеры это прежде всего наполнены кровью, болью, это потом, это харканьем, это недоверием, это доверием, это нужно пробиться. Это, знаете, как тайфун, как танк, увешанный розами. Если ты вышел на сцену, прорывай, доказывай народу, неси мир в массы, добивайся мира. Вот я всеми своими ролями добиваюсь мира, остановки войны. И я хочу, чтобы меня услышал Зеленский. Этого добивался Бузина, Олесь. Вот 5 лет, как его не стало. И я очень хочу провести в своем театре вечер памяти его. Но это, конечно, опасно. Опять набегут. Но президент Зеленский... Я думаю, это потрібно зробити. Это очень важно. Того, щоб мы не в оплатном долгу от людей, которые ушли, отдав нашу жизнь, то есть свою жизнь за нас. Поэтому его сейчас нет. Но он живет в своих книгах, живет в нашей памяти. Почему их идеология правильная, а моя нет?
Живи со своей идеологией, но дай и мне дышать тем воздухом, которым я хочу дышать. Я хочу читать те книги, которые я люблю, которые, я считаю, приносят мир. Я не буду молиться на Бандеру никогда. Бандера принес много вреда во время Великой Отечественной, и сейчас это опять разносчик черной болезни. Это чума нашего времени. Поэтому, еще перекласти людською мовою, это просто терроризм. Да, поэтому, да, конечно, это терроризм. А что же они делают? Это терроризм. Разве можно вот так свободно ходить с палкой, бить человека только потому, что он заговорил на русском языке? Или потому, что он тебе не понравился? Или за 100 гривен идти убивать? Это же, извините меня, это то, что некультурно, неэстетично и не по-божье. У Бога записано «не убей». И я хочу еще вот возвращаться к Бузине, пригласить и Киевскую Русь, и лично вас – сделать какой-то такой комитет и обратиться и к президенту, и к СБУ, и к МВД, и ко всем, и ко всей украинской нации, именно к нации, к украинцам, говорящим и на русском, и на таджикском, и на мадьярском. Раз мы живем на Украине, мы все украинцы. Я це підтримую. И мы должны провести, пока жива его мать, это святая женщина, родившая такого замечательного сына человека. Я готова предоставить площадь и сделать все для того, чтобы... А вы, может быть, снимете, я думаю, подключится очень много телевизионных компаний. Так. Вот за це дякую. Чистую українською мовою. І хочу сказати всій Україні, підтримуйте нас. Бо Лесь Бузина – це була дійсна людина, яка віддала своє життя. І хто її вбив? Не люди, які нічого не зробили для цієї країни. Ну, я думаю, що ці не люди не самі дійшли до цього висновку, але їм просто поставили задачу це зробити. Так, але батьки, які розрішають, щоб їх дітей превращали в обезьян. Ну, зараз ми ж розуміємо. Люди, а помните, зачем ви рожаєте своїх дітей? Для того, щоб їм гордились. Чтобы они сами продолжали род, а их дети тоже род, а не так, чтобы они по повиновению паночки убивали личности или просто даже кошку или собаку. Мы же понимаем сейчас, что сейчас уже известны факты, когда вбивство Шеремета, до вбивства Шеремета, извините, я. Причастні співробітники Служби безпеки України, які консультували фактично вбивць. Ми зараз розуміємо, що і фактично вбивство Олеся Бузини – це теж справа рук саме цієї структури, яка чомусь називається Служба безпеки України, але якщо ми подивимося, чим вони займаються, то з безпекою там зовсім нема нічого спільного. Ну, якщо ви не виріжете, то от що я хочу сказати, що і нам дуже складно достичь чего-то. Сами говорили, что люди разуверились и на другой какой-то Майдан просто чести, совести, без денег, просто в один день сказать, нам надоело, мы выйдем. Вот как поверить в то, что нам сейчас показывают? И сами озвучили МВД и показывают, или это зверобои, вот эти... Ну, это кошмар, на них же смотреть нереально. Ну, это маргиналы. Ну, понятно. Их никогда так вот как люди выйдут, если они понимают, что за ними ходят по пятам, что их отслеживают. Они, знаете, в другой раз боятся чихнуть у себя на кухнях, а курят, оглядываются. Если они говорят и не верят друг другу, сейчас как-то у соседа сгорело, или алло, мой сосед говорит на русском языке. Сейчас очень много людей на Украине запуганных, и людей, которые... Ну, даже предатели друг другу. А я считаю, что они предатели даже не друг другу, а предатели к себе. Потому что боящийся человек внутри себя, он уже покойник. Значит, у него обрезаны крылья. Ну, как бояться? Ну, тебя послали в этот мир. Порадуй маму своими. Не для того, чтобы он боялся. Ну, боялся, чего-то. Ну, конечно. А так люди боятся. А ты покажи, что ты не боишься. Я тоже боюсь, но думайте, мне не страшно, когда ко мне приходит СБУ, или когда на меня льют зеленка, я из-за этого цвет поменяла, прическу поменяла, потому что перекраситься было нереально. И волосы крашу, а зеленка превращалась в какой-то зеленый цвет в краске, и в оранжевый. Но смешно. Я это не выставляю, я никогда не показываю, что происходит. Я это все превращаю всегда в юмор. Люди, не бойтесь.
Вот сейчас как раз именно то время, когда идет перелом. Вот, знаете, я говорю, война в мозгах и трусость страшнее коронавируса. Что коронавирус? Это опять навязанный нам вирус. Одни заразили, другие лекарства, и на этом зарабатывают. А наши мозги – это только мы сами.